Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим однодиновую автомобильную магнитолу от компании Nakamichi, модель NQ711B. Поставляется в фирменной упаковке данная магнитола. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находятся провода подключения акустики и питания, дистанционный пульт управления, инструкция, гарантийный талон. И также сама магнитола. Магнитола абсолютно универсальная, со съемной панелью. На передней панели у нас кнопки управления все находятся. Дисплей небольшой, под заглушкой разъем USB, чуть ниже разъем AUX. Магнитола с шахтой идет. По разъемам сзади у нас находятся разъемы стандартом ISO для подключения акустики и питания. Предохранитель на 10 ампер, две пары линейных выходов, RCA или тюльпаны они еще называются, антенный разъем и разъем для подключения микрофона. Магнитолу мы сейчас подключим на питание 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили питание. В данной магнитоле используется 4 режима. Это режим радио, режим Bluetooth, режим USB и режим AUX. В режиме радио, как всегда, доступно 3 диапазона FM1, FM2 и FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. В режиме USB можно листать как треки, так и папки. В режиме Bluetooth можно подключить мобильный телефон, совершать голосовые звонки и также прослушивать музыку через мобильное устройство. Отдельно выведены кнопки управления эквалайзером, предустановленные имеются. Также основное меню – это настройки звука, фейдер, баланс. Также эквалайзер имеется, лоуд, усиление объема звука, включение-выключение звука кнопок. Полностью, абсолютно, на любой вкус здесь можно все настроить. Магнитола, в принципе, простая. При покупке на нее обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.